Нижегородская команда уже в первой партии попыталась доказать обоснованные своих претензий на лидерство в чемпионате. В абсолютно равном сете команды пришли к развязке со счетом 23-23, однако череповчанки уверенно снялись с подачи соперниц и реализовали первый же сетбол. Победа в трудной первой партии успокоила череповецких волейболисток, и дальше они играли в свой привычный волейбол. Северянка без лишней сложности взяла верх в матче со счетом 3-0. Удивил в том плане, что да, первый темп прибавил, команда значительно выросла за счет игры первых темпов, взаимодействие связок, скажем так, удивило, да. На повторный матч северянка вышла уверенная в своем превосходстве. Тем более в составе произошли существенные изменения. На площадку вышли почти все лидеры команды. Но не у всех пошла игра. Первая партия проиграна северянкой. В дебюте второй тоже довольно бодрое начало от Спарты 8-5. Однако дальше хозяйки зала начали набирать очки серийно. Иногда волжанки подтягивались в счете, но комфортная разница обычно сохранялась. Северянка выиграла второй сет 25-19, а следом более чем легко последующим 25-13. Череповчанки посчитали, что дело сделано, а нижегородская команда уезжать из Череповца без очков была не согласна. Нижегородские девушки не теряли концентрации, чего не скажешь о северянках, которые допустили 11 собственных ошибок против двух у соперниц. Итог закономерен 15-25. В решающей партии череповчанки смогли собраться и сыграли без брака. 15-11 в сете и 3-2 в матче в пользу череповецкого клуба. Было сложнее эмоционально играть, потому что соперник разобрал нас более подробно, и мы чуть-чуть подрасслабились. Думали, что так же легко выиграем, как и первую игру, но пришлось поднапрячься. Северянка пока занимает 3-е место в таблице, но отставание от лидера всего 1 очко. При этом есть 2 матча в запасе. Далее череповчанкам предстоят игры на выезде. Владимир Сентябрев, Новости.